В истории каждого государства есть особые даты, особые праздники, мероприятия, которые действительно являются очень важными и значимыми. Приближается 30-летие независимости Республики Казахстан. 30 лет пролетело очень быстро. Если брать в жизни государства, наверное, 30 лет для его развития, для его становления – это немного. Если взять жизнь человека, то это уже часть жизни, по итогам которой можно сделать выводы. Поэтому, говоря о независимости, хочу сказать, что одним из главных проектов нашей независимости является становление нашей столицы, перенос столицы из города Алматы в Астану. И я думаю, что этот проект Елбасы, он состоялся. Он доказал всему миру, что буквально за короткий период времени можно построить столицу. В 98 году, переехав в столицу, я начала свою трудовую деятельность. И могу сказать, что становление столицы в команде первого президента для меня, конечно, это очень было важное событие. И сейчас, когда прошли годы, могу сказать о том, что при единении людей, при наличии патриотизма к своей родине, к своему городу, к своему отечеству можно сделать многое. Что касается сферы образования, в которой я проработала 8 лет, возглавляла управление образования нашего города, хочу сказать, что школ было недостаточно. Люди приезжали, население росло, поэтому нам необходимо было строить школы, строить детские сады, потому что в основном приезжали молодые семьи. И каждый построенный объект для нас был великой радостью. Каждый построенный объект открывался при участии Елбасы. Первый президент перед нами ставил задачу, что столица должна шагать всегда в ногу со временем, быть впереди и должна быть образцом. И столичные педагоги всегда придерживались вот именно этой поставленной задачи. Молодежи мне хочется пожелать, чтобы вы всегда помнили, дорогая наша молодежь, мы на вас очень надеемся, потому что будущее нашего государства в ваших руках. Поэтому будьте всегда принципиальны, будьте образованы, будьте достойны той истории, которая начала писаться именно со дня приобретения независимости. Будущее любого государства в руках молодежи, как подчеркнул президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, мы верим нашей молодежи и надеемся, что она продолжит достигнутые за годы независимости.